Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 августа, и наша тема сегодня «Христос предупреждает заблудившихся лидеров». Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 16 стих. Иисус говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь, сними мечом уст моих». Очень необычно, что мы говорим об этом, потому что большинство не комментирует второстепенные вопросы. Но в данном стихе Христос обращается к духовным лидерам, которые впали в заблуждение. Он призывает их покаяться и предупреждает. Если они этого не сделают, Он с ними сразится. Слово «сражусь» — греческое слово «полейма», которое означает полномасштабную войну. Это не война, которая велась спонтанно или бессистемно. Она велась с целью, был план, была разработана целая стратегия. И в этом стихе Христос говорит лидерам, падшим в заблуждение: «Если вы поступаете неправильно, я вам даю возможность все исправить, покаяться. Но вы должны понимать, что если вы не прислушаетесь к моему предупреждению, я предприму стратегические действия для того, чтобы убрать вас с вашей позиции». Об этом неприятно думать, но так написано в Библии. Подумайте об этом сегодня.